Приветствую вас, мои дорогие зрители, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы с вами вместе будем листать электронный каталог Oriflame номер 9, и я вам покажу, какие отличные есть продукты, акции, покажу свои продукты, которыми сама пользуюсь, и дам рекомендации, что мне нравится, на что обратить внимание, чтобы вам было проще и легче выбрать продукцию как для себя, так и для своих близких или клиентов. Каталог будет длиться всего 2 недели, поэтому нужно все успевать. Я вам желаю приятного просмотра. Каталог номер 9 начнется с 27 июня и закончится 9 июля. Будет идти всего 2 недели, что для нас не очень привычно. За 2 недели нужно успеть поработать с клиентами, успеть все выбрать, получить заказ, раздать заказ и так далее. Давайте посмотрим, что в этом каталоге особенно интересное. Я всегда обращаю внимание на дополнительные надписи каталога, потому что здесь бывают акции, какие-то предложения интересные. Поэтому все внимательно просматривайте. У нас, кстати, есть предложение заказать следующий каталог и пробники за 79 рублей. Будет 2 пробника новых ароматов, 1 пробник дневного крема против морщин с SPF 35 Novage Экологен. Кстати, мой любимый крем. Вот он у меня уже здесь ждет демонстрация. И пробник губной помады 5 в одном с эффектом металлик в оттенке алая медь. Немножечко меня отсвечивает, поэтому, может быть, название буду говорить неправильно. Обратите внимание, в этом каталоге при заказе на 2000 рублей или из сайта, то есть всего, если у вас будет заказ на 2000 рублей, то аромат Love Potion Secrets вы сможете приобрести всего за 999 рублей. Это один из самых невероятных ароматов Oriflame. Мне он нравится и по дизайну, и у него необыкновенная формула звучания. Это белая клубника, белый шоколад. Это очень вкусно, дерзко, звонко. Дочка моя обожает просто этот аромат. Он у нас уже на протяжении нескольких лет всегда есть дома. И пользуемся регулярно, ну, в основном дочка, конечно. У нас выходит новинка. В предыдущем каталоге мы уже видели маску для сна, резиночка и чехол. Сейчас у нас выходит новая косметичка. Она действительно очень красивая, у нее интересный дизайн, есть 2 больших отдела на молниях, и сама косметичка, она сделана из полиэстера, то есть она будет хорошо стираться, не будет слишком маркой, и при этом достаточно хорошо держит форму такой материал. Честно, мне очень понравилась расцветка. Я бы хотела такую косметичку, конечно, иметь. Здесь у нас в этом каталоге огромные скидки до 50%. Вот эта щетка двухсторонняя. Она очень удобная для всех, кто любит чисто-чисто прям вот помыться, чтобы прям скрипело все. И чем она мне еще нравится, что этой щеткой можно не только тереть и доставать в любые места, в спину самостоятельно хорошо проработать, но еще можно делать так похлопывание щетинками по телу, особенно по ступням, по ладошкам, то есть делать такой, как иглоукалывание такое появляется, как точечный массаж, то есть воздействие на точки, дают такую активизацию всего организма, кровь усиливает там кровообращение, все как-то процессы, вот прям бодришься, мне очень нравится. Серия Discover Джунгли Коста-Рики, у меня есть мыло из этой серии, я его просто обожаю, даже сейчас специально при вас открою, потому что пользуемся им регулярно. Мне в этой серии мыло нравится и формы удобно, честно говоря, когда мыло какой-то формы, круг или какие-то там квадраты большие, не очень удобно, а такое вот гладенькое, обтекаемое, прямоугольное мыло — самое то, что нужно. Аромат, конечно, у этого мыла чудесный. И я сравниваю с новой серией, не помню, есть она в этом каталоге или нет, которую выпустили к 55-летию Oriflame. Вот эти продукты мне нравятся все равно больше, и аромат мыла такой яркий, очень вкусный. Так, листаем дальше. Гель, кстати, здесь густой такой, концентрированный, его надолго хватает. Серия солнцезащитная. Это для всех, кто бывает на солнце. Друзья мои, не думайте о том, что вас может... меня пронесет. Вы знаете, вот многие так думали. Не, может быть, и пронесет в каком-то одном плане, а в другом, может быть, не пронесет.
Я имею в виду фотостарение. Я не знаю, о чем вы. Я сейчас говорю про фотостарение, то что это первый фактор, который влияет на то, как быстро мы стареем. Я буквально вот недавно в чате скидывала фотографию, надо скинуть ее, кстати, в моем канале Telegram, если не подписаны, подписывайтесь. Две сестры-близняшки. Одна жила на севере, другая на юге всю жизнь. И вот сделали их фотографии, поставили рядом. И та, которая жила всю жизнь на юге, она выглядит старше лет на 20. У нее очень состарившаяся кожа, огромная пигментация. То есть это, она выглядит не очень хорошо. А та, которая жила на севере, та выглядит очень здорово. То есть у нее и тон кожи более ровный, и сама кожа подтянутая, более гладкая. То есть это очень сильно влияет. Кстати, в интернете еще гуляет такая фотография мужчина, который всю жизнь проработал водителем. И у него одна половина лица, которая ближе к окну, всегда обращена к солнцу, она у него очень старая такая. Я не знаю, может быть, это, конечно, на компьютере сделали, но выглядит очень реально, реалистично. А другая половинка, которая все время в тени, она выглядит гораздо моложе. Так что солнцезащитные средства – это не просто маркетинговый ход, чтобы обогатиться на нас. Это действительно продукты, которые нам необходимы для того, чтобы сохранять молодость, красоту и здоровье. Я держу крем для лица с SPF 30 и держу такой вот гель, а его здесь нет, по-моему. Да, его сейчас вот такой в баночке можно приобрести, он охлаждающий. Такие приятные продукты, я пользуюсь ими постоянно. У меня, конечно, не бывает такого сильного загара, прям огромного, но все равно легкий загар. Главное, чтобы кожа не сгорала, чтобы не было воспаления, не было стресса. Сейчас еще заказала у меня на даче у родителей как раз вот такой спрей солнцезащитный с SPF 50. Он просто очень четко защищает. И вы посмотрите, здесь есть акция, что при покупке двух продуктов скидка больше. И, конечно же, выгоднее или с кем-то кооперироваться, договариваться. Давай я себе возьму, и ты себе какой-то продукт. И вы получите большую скидку. Здорово? Конечно. Этим нужно пользоваться. В Oriflame чудесные пасты. Я вам взяла вот продемонстрировать пасту с травяным комплексом зелененькую. Я ее очень люблю. А сейчас пользуемся всеми постоянно. У нас одновременно открыто 4 пасты. Здесь еще одной не хватает для чувствительных зубов. У нас всегда 4, и мы чередуем одну, другую, там обязательно отбеливающую. Шикарные щетки, очень классные щетки. Что сказать про пасты? Они одобрены ассоциацией шведских стоматологов. Пасты хорошо работают, особенно я заметила эффект от пасты для чувствительных зубов. Снимает чувствительность моментально. Даже мне писали комментарии под каким-то видео, благодарили за то, что я об этом рассказала, что можно делать прямо на зубы аппликацию, то есть выдавить пасту, распределить ее и не чистить зубы, а просто сколько хватит сил, 3-5 минут, может быть больше, просто посидеть с этой пастой, не глотая, не разговаривая, чтобы она поработала именно на, с чувствительностью зубов. Эффект потрясающий. У нас уход за руками. Конечно, приятно видеть ухоженные, красивые руки, чтобы маникюрчик был, пальчики ухоженные. Очень многие оценили аппарат для маникюра, когда не нужно работать щипчиками, чтобы случайно не оставить себе там порезов, каких-то заусенцев. Чудесные крема, именно которые работают на питание кожи. То есть они очень здорово напитывают кожи рук, и если за кожей не ухаживать, то появляется сухость, кожа очень быстро истончается с возрастом, появляются заломы. Поэтому когда вы наносите крем для рук, наносите его прям вот, я вместе с локтями всегда мажу всю вот эту вот зону, и как видите, мне 48 лет, а кожа все-таки достаточно хорошо сохранилась. Ну, кстати, появляется небольшая пигментация, видите, хотя в саду работаю только в перчатках, видите, даже, ну, пройдя просто по улице, можно получить небольшое такое воздействие солнца. Есть очищающий гель для рук, он именно антибактериальный. То есть его можно использовать везде, и для очищения рук, и для именно очистки от бактерий. Уход за ногами. У нас есть дезодоранты. Я сейчас заказала себе как раз с ананасом и с имбирем.
чудесный аромат. Я, конечно, чувствую ананас, сочный, сладкий, такой вкусный. Очень хорошо дезодорирует кожу ног, снимает отеки, воспаления. То есть ножки такие легкие, становятся воздушные, меньше возникает возможность натирания ног, особенно когда мы переходим из закрытой обуви, из ботиночек, переходим в легкую обувь с ремешочками. Очень часто бывает такое, что происходит натирание. Дезодоранты помогают эту проблему устранить. Всевозможные крема. Есть крем антиперспирант, есть освежающий крем, есть ночной увлажняющий. Вот сейчас я таким тоже пользуюсь. Он у меня лежит в спальне. Забыла, я его не заметила просто, когда собиралась. И есть у нас вот такой еще крем. Он смягчающий. Смягчающий крем для ног, тоже с ананасом. Сейчас я вам покажу его консистенцию. Вы знаете, он настолько хорош. Я им даже мажу руки, мне очень нравится вот так вот нанести на руки. Смотрите, он густой, такой приятный, такой классный крем, хорошо впитывается. О, аромат, все, я его уже чувствую, у меня текут слюни. Это так здорово, как они сделали такой чудесный и дизайн, яркий, сочный, летний. И сам аромат просто необыкновенный. Oriflame умеет удивлять. У нас каждый год выходят новые ароматы. Арбузный бывает, даже с клубникой, с мятой был. Разные, очень вкусные. И есть вот просто с мятой. В основном мужчины берут себе вот такой вот нейтральный более аромат. Он даже ментоловый такой, я бы сказала. А женщина, конечно, мы любим что-то более вкусненькое. Особенно я люблю, когда ароматы фруктовые. Все, он уже впитался, но я его еще чувствую. То есть есть еще некая липкость, он густой, хорошо напитывает. На ногах, конечно, будет невероятно работать классно. И есть такая пилочка, чтобы убрать сухость, потереть пяточки, пальчики. Мне так нравится этот живой каталог, тут все двигается, как будто он со мной разговаривает. У вас есть такое ощущение? Здорово придумали. Смотрите, мыло так и просится, помой руки, да, прям в руки прыгает. Очень классное мыло и по дизайну, и по качеству. Они дают мягкую кремовую пенку, очень приятные ароматы, и аромат долго держится и на руках, и в ванной комнате всегда приятно пахнет. Есть жидкое мыло, я, конечно, любитель жидкого мыла, поэтому в этом каталоге закажу обязательно, особенно вот хочу какао и кокос. У меня сейчас заканчивается крем для тела, и я буду повторять заказ однозначно, потому что это невероятно крутой продукт и по аромату, и по качеству. Гели для интимной гигиены, у нас их тоже огромное разнообразие. В этом каталоге представлен успокаивающий, освежающий и смягчающий, который рекомендован уже женщинам взрослым в период менопаузы, или если просто есть ощущение сухости, то можно использовать именно кремовую формулу, потому что здесь у нас гелевые формулы, а здесь кремовая. Далее, декоративная косметика, нас балуют, но новинками. Здесь будут продукты для губ, глаз и щек. Я еще не совсем поняла, как это работает. То есть вот карандаш 3 в 1 для мономейка. То есть я так понимаю, что карандаши мы можем, понятно, как использовать, а как использовать такую жидкую формулу, пока еще непонятно. Возможно, я себе что-то закажу и попробую, но пока еще не решила. Пока еще не решила, какой цвет. Присматриваюсь, конечно, я люблю более нюдовые оттенки, такие спокойные, что-то буду выбирать. А вот про эту помаду я, конечно, хочу рассказать с особым удовольствием. У меня есть еще, кстати, второй оттенок, светлый, но я его отдала дочке. У меня там какой-то розовый, не помню какой, или абрикосовый. Ей очень понравился, пользуется, а я вам продемонстрирую вот такой яркий, сочный оттенок, темно-красный. Восторг полный от этого продукта, даже не ожидала, что так сильно понравится. Губы не сушит вообще, хотя это матовая помада.
Удивительно удобная кисточка, такая маленькая малышка, такая ловкая, без контура совершенно красит губы, красивый рисунок сразу выкладывает, любую форму губ. Губы выглядят такими полненькими, пышными, помада держится хорошо, она не стойкая, но держится на губах очень хорошо. Смотрите, какой цвет какой красивый. Что еще понравилось в ней? Конечно, удобство, то что здесь есть тюбик, можно вот так надавливать и до конца использовать продукт, потому что обычно жидкие помады, они в пластиковых футлярах, и очень много продукта остается там внутри, на стеночках. Здесь же мы сможем с вами выдавливать и пользоваться очень-очень долго. Я в восторге от продукта, и в этом каталоге такая прекрасная скидка, можно себя прям вот будет побаловать, какой-нибудь взять светленький еще оттенок. Помада кремовая, он Color. Огромное разнообразие оттенков, что тоже очень радует, потому что всегда вот мы стоим перед выбором, или бывает хочется новую помаду и понимаем, что какого-то оттенка не достает, а здесь вариаций очень много. Помада приятно лежит на губах, кремовая формула, питает, увлажняет и плотный красивый цвет сразу после нанесения. Очень мне нравится мультиактивный бальзам, он идет с SPF 15, у него классное увлажнение и 3 оттенка. Обязательно, кстати, закажу, потому что у меня недавно закончился, и сейчас у меня, кстати, есть мультиактивный бальзам еще из прошлой коллекции. Он такой тоненький, прозрачный, очень мне тоже нравится, но этот мне понравился, он более плотный, так хорошо ухаживает за губами, и я его даже зачастую использую вместо помады, потому что цвет красивый лежит. То же самое, что и помада, только еще классное увлажнение. А еще у нас есть помада с эффектом сияния, и она действительно сияет, как я не знаю, как бриллиант. Смотрите, все переливается. На солнышке губы просто все горят, как будто они усыпаны камешками, мелкими-мелкими бриллиантиками. Это очень красиво, дает дополнительный объем. Помада очень вкусно пахнет, у нее такой аромат какой-то свежести, арбузный. И при этом еще она хорошо увлажняет губы. То, что многие ищут помаду именно не матовую, как раз мы дошли до матовых помад. Но я знаю, что многие девушки матовые помады не любят, как и я. Я ими пользуюсь, но больше всего я люблю помады именно увлажняющие. И помада стойкой суперматовой у меня нет, я вам ее не покажу, но есть на канале обзор, где я делаю выкраску всех этих помад. А вот помада Ultra Fix, у меня есть 3 оттенка. Помада вот такая вот приходит, у немножечко длинный такой красивый футляр. Единственное, что он черный, и видите, залапанные пальчики, отпечатки остаются. Ну, это не так страшно, ничего, бывает. У меня 3 оттенка: красный, терракотовый и нюдовый. Давайте попробуем их все. Нюдовый, оно вот прям скользит, как лепесточек розы, я ее называю. То есть так прикасаешься к губам, один слой достаточно провести. Я просто сейчас делаю вам такую демонстрацию более побольше, специально побольше крашу. Вот, смотрите, как это красиво. И она действительно матовая, стойкая, долго держится на губах. И чем эта помада еще очень хороша и всем понравилась? Она не отпечатывается совершенно на маске. Очень редко она может отпечататься на стакане или на чашке горячего напитка. Она действительно очень долго лежит, 8 часов стойкости. Я ее проверяла, помада классная, но губы немножечко все равно подсушивает. Некоторые под нее прокладывают бальзам сначала, но она уже не будет такая стойкая, потому что, сами понимаете, бальзам — это определенная густая, да, жирная консистенция, и сверху вы эту помаду накладываете, но просто вы цвет используете, а именно вот качество помады, суперстойкость, ее матовость, оно, конечно, будет искажено. Ну, иногда я пользуюсь и очень довольна. А что я люблю? Конечно, помада Giordani Gold. Но не из матовой коллекции, не из сатиновой. Я себе помаду еще не приобретала. Но есть на канале демонстрации той и другой. Что меня удивило, вот насколько я помню свои впечатления, я никогда не пробовала такую матовую помаду, которая настолько комфортна. То есть я выкраску делала всех оттенков. А если вы понимаете, что такое матовая помада, один раз накрасил, стер,
второй раз стер, и губы начинают такие становиться сухонькие, стянутые, и уже ощущение некомфортное. С этой помадой я сделала выкраску всех оттенков, и до конца сохранялась такие губы увлажненные, хорошие, комфортные, то есть я даже не смазывала бальзамом, как я это обычно делала раньше. Вот, вот что у нас получается. Классная помада, попробуйте. А сатиновая помада — это для тех, кто любит такие вот мягкие цвета, которые вот просто как будто повторяют, я не знаю, природную какую-то формулу губ, увлажненность, мягкость. Очень красивые, конечно, помады, и по оформлению, и по составу они прекрасны. Увлажняющий CC гель, совершенствующий тон кожи. Я заказывала себе пробник, попробовала, но, честно говоря, у меня не сложилось такое впечатление, что это какой-то прям вау-продукт, и я его не захотела брать себе в полноразмерном флаконе, поэтому вам рекомендую, прежде чем его заказать, попробуйте, если пробники на сайте есть, закажите, попробуйте, потому что продукт не дешевый, 999 рублей со скидкой. Я вот вспоминаю свое впечатление, вот было какое-то ощущение, что я чувствую тон на лице, вот что-то вот было, какой-то вот небольшой дискомфорт. Я люблю легкость в косметике, чтобы я ее не чувствовала, и при этом чтобы она классно лежала весь день. Но, возможно, с одного раза я не распробовала этот тон, поэтому тоже вам рекомендую, если будете заказывать, несколько пробников и несколько дней потестировать классный продукт. А вот, кстати, гармонизирующая тональная основа меня впечатлила очень сильно. Она так красиво лежит на коже. Сейчас вам покажу немножечко. Вот выдавлю. Ой, много выдавила. Давайте-ка я сразу уберу лишнего, а то замучаюсь растирать, а мне же еще надо будет что-то показывать. То есть ее наносишь на лицо. Сейчас немножечко загар ляжет, и я буду ей пользоваться. И лицо преображается, оно как будто бы моложе. Вот смотрите, укрывистость не такая уж высокая. То есть, видите, легкость, такая прозрачность, невесомость. Но за счет вот этого легкого сияния здесь нет никаких блесток. Я просто двигаю рукой, если вам видно, то идет легкий такой перелив. Сейчас она еще уляжется, вот впитается. Как мне это нравится, личико холеное, такое красивое получается. Вот, если сравнить две руки, то, по-моему, видно разницу, что здесь такая холеность появилась, а здесь, в общем-то, не очень, да? Ну и, конечно, в Джордане это всегда крутой дизайн, очень красивый. Продукты более чем приятные. Пудры я тоже пользуюсь регулярно, себе покупаю эту пудру. Почему? Потому что нравится. Кисточкой, кстати, это я не пользуюсь, потому что она здесь, ну, абсолютно бестолковая. Вот я ее даже еще испачкала. Но иногда и ей приходится пользоваться, когда нет другого. Что я делаю? Смотрите, здесь можно так повернуть, и все дырочки закрывает пленка. Я оторвала только маленький кусочек, чтобы, когда я беру пудру, не вот так вот закрывать, и там все равно будет высыпаться, а открыть спокойно и через небольшое количество дырочек высыпать небольшое количество пудры, потому что иногда бывает, что пудры много не нужно. У меня, например, пудры маленький расход. И потом также мы берем кисточку, хорошую кисточку берем, и уже пользуемся пудрой. Она дает такую легкость, невесомость, сразу вот ухоженный вид, бархатность появляется. Или вот можно взять такую кисть, я купила новую кисточку для контуринга специальную. Ну, она, по крайней мере, да, такая мягенькая, пушистенькая. Набрала, и также тоже вот пройтись и припудрить личико. Можно как с тональным средством это делать, так и без тонального средства. Вот сейчас уже такой завершенный вид, и даже через пудру я вижу вот это вот сияние, то есть холеность кожи, она просвечивает даже через пудру. Классный продукт, очень рекомендую, и надолго-надолго хватает. Румяна в шариках. Ну, кто не пробовал ни разу румяна в шариках, пишите в комментариях, я очень удивлюсь.
Так, один продукт — это у меня сияющая пудра в шариках, а второй — румяна. Именно у меня естественное сияние. А у нас что здесь предлагают нам? Так, румяна бронзер и румяна персиковое сияние. Вот видите, я не угадала. Ну вот мои продукты, чем они хороши. Беру так кистью, набираю, постучала и наношу румяна. Легкий, очень легкий цвет, очень натуральный, очень естественный. Ой, я сюда, правда, добавила еще немножко шариков, отсюда сюда переложила, чтобы было больше сияния. И получается вот такой вот легкий-легкий оттенок. А сияющая пудра, она именно нужна для того, чтобы скорректировать цвет лица, и лицо выглядело более молодым. Сейчас попробую так набрать, и вы увидите, на пальчике, за счет того, что здесь много разных цветов, получается преображение кожи. И она выглядит очень такая холененькая, красивая, гладенькая, вся просто чудо. Так, следующая у нас тональная основа, идет шелковая тональная основа флюид. Она с пипеткой. Мне не понравилось то, что ее нужно откручивать, капать на руку. У меня была клиентка, которая так меня рассмешила. Ну, с одной стороны, я, конечно, расстроилась, потом мы с ней смеялись. Она брала пипетку и капала себе прямо на лицо. И обычно она промазывала и капала уже себе на одежду. Очень злилась, ей приходилось переодеваться. Я ее спросила, говорю, а вы знаете, что можно вот сюда нанести сначала на руку и отсюда уже брать нужное количество кистью, переносить на лицо? А она говорит, я даже не догадалась, что так можно сделать. Раз пипетка, значит, нужно брать и капать сразу на лицо. Так что вот вам сразу и рекомендация, и история. Смотрите, последний раз в каталоге антивозрастная основа эликсир под макияж. Она сияющая, ее наносят на подготовленную кожу под тон. То есть наносите ее, даете ей чуть-чуть питаться, а потом сверху тон. И идет сияние изнутри. Есть удобная кисть для нанесения тона тоже в серии Giordani. Так, здесь у нас для бровей. Классный продукт есть. Всем рекомендую. Пробовала сама. Себе еще не заказывала, потому что у меня есть продукты для теней. Палеткой сейчас пользуюсь. Была помада для бровей. Сейчас вам про нее тоже расскажу. Но вот этот кушон очень хвалят все, я его пробовала дважды, тоже в восторге. Подводку я не очень оценила, мне понравилась кисть, понравилась формула, что она классно там лежит, все хорошо, не размазывается, но она очень быстро схватывается. То есть если я работаю медленно, обычно вывожу аккуратненько линию, у меня рука твердая, не дрожит, и я пока веду, она высыхает. И я не успеваю завершить процесс, мне приходится снова опускать ее, набирать и продолжать. И вот этот мне момент не понравился. Я сейчас пользуюсь именно простой. Сейчас дальше покажу, по-моему, будет эта подводка. Я ей пользуюсь, и мне очень нравится. Я могу с ней работать очень долго. Один раз окунула, и мне хватает полностью стрелку сделать. Так, про туши. Давайте немножечко буду подинамичнее, а то я иногда как разболтаюсь. Так, ангельская ласка. Вот такая есть тушь. Она дает классный объем. Она же здесь... Да, ангел. Смотрите, у нее интересная кисточка. Она с этой стороны совсем плоская, а если так, то она в форме вытянутого треугольника. Чем мне она понравилась? Учитывая, что я не люблю вот такие кисти пушистые, я люблю силиконовые, и мои ресницы их с удовольствием принимают. Эта тушь дает классный объем, и она очень здорово укладывает ресницы, вот как у модели, то есть получается, и поднимает их, и дает очень хороший объем, но она у меня быстро загустела, видите? То есть она густая, и я крашу ей, а потом быстро беру свою любимую щеточку тушь 5 в одном и ей делаю быстро разделение, потому что она мне хорошо очень прочесывает реснички и дает удлинение, то есть она как бы растягивает вот эту формулу чуть выше, и получается классный эффект. Вторая тушь, она для моих ресничек вообще не подходит, она удлинение дает, ну кто любит такие пушистые классные кисточки,
то вы, конечно, будете от нее кайфовать, потому что еще у туши Джиордани всегда в формуле включается такой богатый уход и питание для ресничек, чтобы ресницы реально восстанавливаются. Я это по своим ресницам замечаю, они у меня очень слабенькие, хрупкие, и когда я использую тушь Джиордани, они становятся как бы потемнее, понасыщеннее. Вот как раз моя любимая тушь. Ну вот бывает же такое, влюбишься в кого-то и все, любовь на всю жизнь. А я вот так в тушь влюбилась. Вроде бы ничего особенного, но почему-то именно с этой тушью мои ресницы самые классные. Они и длинненькие, они и нормальные по объему. Я не люблю, когда слишком густые ресницы. Мне нравится вот такое разделение, длина, чтобы они были уложены веером. Вот эта тушь как раз на это нацелена. Всего 299 рублей. Есть у нас еще тушь стойкая. Если вы ее закажете, то не красьтесь, пока не приобретете специальное средство для снятия водостойкого макияжа. Вот вам сразу рекламку делаю. Дальше будет это средство, потому что оно шикарно удаляет любую тушь, хоть стойкую, хоть суперстойкую, хоть водостойкую, а другая не справится. Есть у нас еще вот такая тушь. Она кисть с большим изгибом. И она делает ресницы невероятно длинные и густые. Что мне в ней не подошло, это то, что нет такого сильного разделения, как я люблю. То есть она немножечко ресницы делает, как бы склеивает мои ресницы. Но я знаю девчонок, которые, я уверена, что купят несколько штук себе в запас, потому что им эта тушь нравится больше всего. И есть стойкий маркер-подводка с таким толстеньким стержнем. Я его не заказывала, я брала предыдущую версию. Так вот, хочу сказать, для меня это был слишком толстый стержень. Я такими не люблю. Я люблю стрелочки такие тоненькие, длинненькие, чтобы они были аккуратненькие. Так, еще одна тушь. Смотрите, у нас прямо в каталоге распродажа туши. Тем более, что вот эта тушь, она достаточно у нас юная по возрасту. И она вышла недавно. Замечаете, да, что у нее что-то здесь есть необычное? Все верно. Это тушь со сгибом. То есть мы можем вот так вот ее согнуть. И это здорово! Это так удобно! Я бы хотела, чтобы все туши были с таким изгибом. Очень классно. И у нее еще, если видите, тут на кончике тоже есть такие вот щетинки. И эти щетинки позволяют очень хорошо прокрасить все нижние реснички и все реснички, которые у нас прям вот внутри в уголках глаз. Она очень крутая, эта тушь. Ну и недаром она у нас одна из самых таких дорогих, хотя это серия The One, но вот видите, какая дорогая. Когда вышла помада для бровей, я в нее влюбилась безусловно, безоговорочно. Смотрите. Во-первых, круто, что здесь прям есть сразу кисточка. Во-вторых, когда ей красишь брови, то брови получаются как бархатные, как норковые такие пушистые бровки. Но она у меня высохла из-за того, что я ей очень мало пользовалась. Более привычно, я, конечно, ей пользовалась, если вы видите, там как бы использовано много продукта, но чтобы ее использовать полностью, нужно от всех других вообще отказаться, потому что она сохнет. Вы видите, вот я прям ее трогаю и немножечко сыпется. То есть она у меня высохла просто-напросто из-за того, что я использовала то карандаш, то наши тени шикарные, палетку. И уже этого эффекта я не получаю, поэтому вот она у меня просто лежит. А вначале я сказала, все, это моя любовь на всю жизнь. Но потом Oriflame выпустили новую палетку, которой просто равных нет. Вот, кстати, средство уже показала. Обратите внимание, вот оно. Это крутое, крутое средство. Я только им могу стереть полностью свой макияж. У нас есть тут трафаретики для бровей и цветокорректирующий праймер для лица. Тоже классная штука, если вам нужно делать цветокоррекцию. Он тут зелененький, но у вас зелени не будет, вы его нанесете на кожу, будет все прозрачно, но когда вы сверху тон проложите, вы увидите, что у вас лицо преобразилось, оно будет выглядеть по-другому. Забыла пудру, кстати, а я хотела попробовать вот этот тон, охотилась за ним долго, но его все не было на складе. Пудра мне очень нравится, именно прям вот рекомендую. Новая серия The One меня поразила качеством, она стала лучше в 1000 раз пудра предыдущая, которая была в таком прямоугольнике
какого-то синего цвета, который постоянно был обшарпанный. Сейчас и упаковка стала гораздо интереснее. И пудра, она просто нереально крутая. За такую цену, такого качества пудру получить, это просто счастье. И есть у нас еще вот такая тональная основа. Кстати, почему-то мне кажется, что она стала более жидкая. Вот мне кажется, что она раньше была погуще, когда я брала. Я ее заказываю регулярно, потому что я ее очень люблю. Из серии The One я вот ее беру на зиму, потому что она, смотрите, какая светлая. Идеально мне подходит и не отпечатывается на пуховиках. Это стойкая тональная основа, потому что воротник пуховика все время выглядит таким вот белесом от тона, а все-таки с этой тональной основой все гораздо лучше. Вот, она такая прям хорошая, и укрывистость у нее достаточно хорошая, и стойкость, и цвет, он просто вот слился с моей кожей, и его нет. У меня холодный, по-моему, фарфоровый, код 80 на конце. Посмотрите по коду, очень люблю, всю зиму я только на ней вот и сижу, да и сейчас еще пользуюсь, пока не подзагорела. Все любят тени, но мало кто ими пользуется. Я, например, тенями пользуюсь постоянно и собрала себе вот такую большую палетку теней Refill. Вы можете выбрать любые и взять себе либо маленькую палетку, либо большую. И что мы делаем с этими тенями? Я сначала наношу какую-то базу. Например, у нас бывает в каталоге вот такой праймер под тени. Я его беру, наношу немножечко, сейчас разные цвета вам попробую показать. Сразу кисточку, правда, только одну взяла. Наношу на века, вот так вот сделаю. И видите, чуть-чуть легкий тон, века выравнивается, становится более привлекательным. Так, здесь у нас есть нюд, мой любимый, кстати, нюд, уже второй у меня. Он просто вот выравнивает кожу. Если надо вот какую-нибудь тушевочку сделать или границу растушевать, первый. Так, потом у меня есть вот этот, как он называется-то, серый какой-то. Вот он как раз серый. Я вам его покажу. Вот какой красивый цвет, смотрите. То есть прям хороший такой серый нейтральный цвет с легким блеском. И есть у меня вот такой вот, по-моему, это он, зелененький. Может быть, это не он, но мне тут все отсвечивает, я не понимаю. И вот такой золотистый хаки, если это он, то вот вы его сейчас увидите. Он нереально красивый, то есть весь переливается золотом, оливки, золото. Это что-то с чем-то прекрасное. Тени крутые. Вот, честное слово, обожаю эти тени, потому что они вот весь день будут лежать, весь день вы будете спокойно знать, что макияж отличный, никуда не денется, и объем у них огромный. Если вы точно знаете, что вы будете пользоваться серыми и белыми, возьмите их, в палетку ставьте, вам их хватит очень надолго, вы будете рады. Не пробовала новинку карандаши, если у вас есть впечатление, вы уже попробовали, пишите в комментариях, мы почитаем и будем знать, понравились вам эти стойкие тени подводка или нет. Лаки, конечно, я очень люблю в Oriflame, но сегодня не очень аккуратно накрасилась, торопилась, бегом-бегом. Кстати, маникюр сейчас сложно поддерживать, постоянно огород, дача. Но лето есть лето. И у нас вышла новинка, стик для макияжа. Можно красить губы, щеки, и будет у вас как бы более гармоничный такой макияж на лице. А Z-крем у нас есть матирующий, а есть увлажняющий. Обязательно закажу дочке, потому что она у меня очень любит этот AZ-крем. И у нее кончился, она сейчас у меня таскает вот этот. Вот, вам раскрою секрет. Вышел новый хайлайтер. Вот знаете, я на него смотрю, и у меня просто аж слюнки текут, потому что он нереально красивый. Отзывы все пишут, что он очень крутой, намного лучше всех предыдущих. Возможно, даже возьму и закажу, потому что ну, он очень красивый, его надолго хватит, и будем пользоваться им с удовольствием. Кстати, кисть я вам уже продемонстрировала. Смотрите, какая она классная. У нее прям вот какая-то форма интересная. Что мне нравится, если мне надо нос, например, проработать, я вот так зажимаю и тоненькие делаю полосочки на носу. То есть вот эти все скулы проработать, все места, это супер здорово. Кисти крутые, смотрите, я себе две взяла. Одна у нас
такая для тональной основы я пользуюсь, а вторая для контуринга. Ручка такая здоровская. В общем-то, мне понравилась проработка, они выглядят очень профессионально, и очень понравился прям материал. Полностью понравился. Так, что еще интересно, есть защитная накладка для макияжа глаз, если у вас тени сыпятся, вы можете подложить под глаз эту штуку, держать и красить. Я не представляю, как это будет выглядеть, потому что я обычно в одной руке держу тени, в другой кисть, там может быть века где-то натягиваю, в общем-то мне это очень сложно. У нас есть вот такие палитры консилеров, одна у меня самая светлая у дочки, забыла взять. Ну что я хочу сказать, у меня они не зашли, потому что мне неудобно ими пользоваться, и я не люблю такие делать сильные коррекции на коже, но продукт сам по себе, конечно, классный. Смотрите, во-первых, это плотный продукт, укрывистый, то есть сделать любую цветокоррекцию до неузнаваемости, преобразить кожу лица, вы с ними сможете. Если вы вот прям вот любители макияжа, да, таких вот мейков серьезных, вам обязательно нужны эти палетки, посмотрите, какие они. Это вот для, может быть, прям для коррекции я использовала, пробовала, делала макияж разный, видите, какие они темные, или для темной смуглой кожи. Они, конечно, классные, но тут надо и навык, умение это сделать, чтобы они просто так не лежали, как у меня лежат, потому что дочка взяла, не знаю, пользуется она или нет, но вот взяла, раз взяла, значит пользуется. Поехали дальше, посмотрим, что я рекомендую вам. Палетку для контуринга, нереальная, просто нереальная. Во-первых, она такая большая, с большим зеркалом, что я люблю в продуктах, когда есть зеркало, чтобы сразу смотреть. И здесь большой объем самого продукта. И что классно, здесь есть темный продукт, чтобы делать контуринг, хайлайтер нереально крутой и румяна. И можно использовать вот каждый продукт по назначению, а можно вот так кистью взять, набрать все три, и получится очень красивый такой оттенок для румян, и чтобы вот припудрить кожу всю и сделать такую очень красивую. Так, здесь какой-то наборчик, косметичка. Кстати, у нее есть один минус, для меня один минус, и два плюса. Первое, давайте минус. Минус то, что она черная. Я не очень люблю, и мне кажется, это марка, когда вот пудра, тени, все равно будет все время все залапанное, как-то видно сильно на черном все. А плюс какой? Очень удобный дизайн, и она очень легкая. Это просто чудо, ее вот в руки берешь, она невесомая, как пушинка. Но они так здорово функционал продумали, то что есть отдел для косметики и отдел для кистей, карандашей и туши. Так, покажу вам стики. Стики. У меня есть три стика, по-моему, один надо убирать, его тут нет. Я вам покажу хайлайтер и румяна, а бронзера у меня нету. Хайлайтер, видно, как я пользуюсь одной частью все время. Легкий-легкий, где мне вам его показать, давайте вот тут. У него такое легкое мерцание, он такой приятный. И румяна. У румян интересный оттенок, он как-то более... получается нейтральный практически под любой тон кожи, вот просто придаст коже здоровый вид, и все, вот так вы растираете, и у вашей кожи просто получится такой, как вот, как будто щечки просто немножко зарумянились. То есть здесь нет никакого розового или кораллового подтона, персикового, вот какой-то просто натуральный, как будто здоровая женщина накрасилась, не красилась, просто щечки румяные, здорово же. Так, здесь мы все посмотрели, поехали дальше. Для ногтей. Ну, давайте я вам не буду рассказывать, какие здесь крутые лаки, потому что у меня никакие лаки не лежат долго на ногтях. Вот 3-4 дня – это мой предел. Даже если здесь написано, что он будет лежать 11 дней, у меня не будет. У меня даже гель-лаки отваливаются моментально. Но вот жидкость для бережного снятия лака, она перекрывает все остальное, потому что... для меня раньше была проблема перекрасить ногти, потому что все средства, это там надо целый час стирать, нюхать эти запахи неприятные. Это средство очень невкусно пахнет, забыла взять вам его показать, очень невкусно для меня, у меня, потому что к запахам особое отношение, у меня есть запахи, которые я прям вот, ну, никак не хочу нюхать, например, вот как вот у этого продукта, попозже про него расскажу, я его просто не могу выносить.
Она пахнет, конечно, невкусно, но как она снимает лак. Вот у меня сейчас два слоя здесь пришлось сделать, потому что в один слой полосил лак немножко. Я вот так просто накладываю ваточки, смоченные этим средством, пробежала все, наложила и начинаю сразу вот так снимать вместе с лаком, и все чисто. Представляете? То есть я делаю такие кусочки ваточки небольшие, спонж рву на кусочки или режу ножничками, как удобно. И любой лак моментально снимается. Ногти прекрасно выглядят, не остается никакой там белесости или сухости. И можно просто помыть руки и сразу перекрасить ногти моментально. Тем более, что у нас лаки быстро сохнут, это вообще не проблема. Кстати, обожаю этот цвет розовенький. И, конечно, лаки очень красивые. Покажу вам одна тушь. У меня из серии On Color очень мало продуктов. Но вот этот продукт мне присылали на обзор. Я попробовала эту тушь с веерной кистью. У меня, правда, оттенок коричневый. Но вам главное иметь представление, какая кисть. Она большая, она пышная. Отлично разделяет реснички, где у меня тут есть волосы, вот, она прям вот хорошо прокрашивает. И несмотря на то, что я вот уже говорила, ну сколько у меня волос, что я не люблю туши с пушистыми кисточками, я люблю силиконовые, эта тушь удовлетворила мои ресницы, и мне она достаточно сильно понравилась. Иногда пользуюсь, но цвет коричневый, я немножко бледноватая для такого цвета, мне нужно поярче. Вот, кстати, подводка классная в серии On Color, и с ней работать очень легко, с ней договориться просто на раз-два можно. Так, далее у нас вышли новые карандаши, не заказывала, нет отзыва. Карандаш для стайлинга тоже не пробовала, но хочу вам сказать, что здесь есть акция. Если вы берете любые три продукта со страницы, начиная с 60 и заканчивая 63, то есть еще вот эту захватываем страницу, то у вас идет спеццена, та цена, которая внизу. Опять же, работает тут вот эта формула: либо себе что-то берете, три продукта, либо себе подружке, еще подружке, или себе маме, сестре, или еще кому-то, или себе два, подружке один, но у всех цена по нижней границе. А разница большая. Если вы посмотрите, например, вот тут вот особенно ощутимая разница, 60 рублей на консилере сэкономить. Здорово же. Получается 159, это очень круто. Сумку я не заказывала, не знаю, но выглядит стильненько так, современно. Очки мы взяли Мише, он очень доволен. И есть еще набор дорожных контейнеров, но я уже как-то говорила в обзоре, на мой взгляд, это дорого. Конечно, если вы за ценой не постоите, берите, они стильные, они в косметичке, в одном дизайне. Но я видела гораздо более доступные, по-моему, в фикс-прайсе можно купить просто за копейки такой дорожный наборчик и радоваться. Так, у нас новинка, выходит серия Норхен. Может быть, это будет обновленный каталог снова, я не успеваю за ними следить, но какое-то интересное решение, да, какое-то интересное решение здесь есть. Украшения на шею, в ушки. Я очень люблю украшения, если вы заметили, но в последнее время Норхен не заказываю. Больше акцент на витамины. Конечно, смягчающее средство, если вы не знали, это первый продукт именно в этом формате. Именно вот маленький 15-миллиметровый вот этот бочонок, он начал историю Oriflame. У меня есть этот бочонок, кстати. И 55 лет производится этот продукт. То есть он был первым, и он всегда есть в нашей коллекции. Представьте, какая история у продукта. Серия Essentials. Она для всех возрастов. Что про эту серию могу сказать? Я практически не пользовалась. Я взяла себе бальзам. Первый раз взяла, он мне не подошел. Я потом поняла, что просто у меня был период, когда губы меняли кожу, а я подумала, что это у меня на бальзам, потому что сейчас я его открыла, начала пользоваться, и все прекрасно. И он мне нравится, он такой немножко сладковатенький даже. Очень крутая маска питательная, она хорошо увлажняет лицо, просто супер. Ее здесь много, хватает на все лицо и на шею. То есть вы прям наносите ее, 10 минуточек держите, а потом аккуратненько ватным диском прям стираете, и можно ее даже не смывать. Два раза в неделю делаете, и кожа будет получать дополнительно сильное питание. То есть она идет тут как маска-крем. Представляете, как удобно. И в этой серии есть средства
три в одном. Есть крем увлажняющий и универсальный для лица и тела. Но, честно говоря, я вот этого никогда не понимала, что и лицо, и тело одним кремом, потому что кожа разная. Вы можете потрогать кожу тела, кожу, например, на попе и на лице, да, на щечках, а она же все равно другая. Поэтому я как-то не очень такие продукты рекламирую, хотя многие берут, пользуются, нравятся. Дошли до самого интересного. Вот я обожаю маски. Сегодня делала вот эту маску для губ, пока собирала всю продукцию, как раз взяла эту маску, нанесла на губы и ходила с ней, ходила. Кстати, еще нанесла новые маски, потому что никак видео не запишем, думаю, ну хоть попробую рассказать, чтобы сейчас на обзоре. Вот это чудо природы, вот этот маска скраб, сладенькая, вкусненькая, аромат, я не знаю, там тут написано лайм и мята, а здесь, по-моему, и какие-то маракуйя, еще разные экзотические фрукты, потому что ее хочется просто съесть. Ее так надолго хватает, я, правда, редко пользуюсь, потому что у меня губы прям в отличном состоянии, у меня нет сухости, шелушения, но это просто чудо. Далее, я обожаю патчи. Патчи именно с киви. Многие пишут, что они беспонтовые, что от них нет толку никакого. Я не соглашусь вообще ни капельки. Сейчас делала и вчера, и сегодня. Я открываю пачку и стараюсь каждый день по одной штучке. Так достаю, утром прям умылась, беру одну штучку, а их никак не зацеплю. Две, что ли, хватаю. Ну ладно, не буду вынимать полностью. Разрезаю напополам и накладываю на кожу под глазками. И пока я завтракаю, 10 минут держу, и потом быстренько снимаю, сывороточку вбиваю, и все. Просто ни отека нету, ни припухлости, и увлажненная классная кожа. Попробуйте хоть раз, и вы влюбитесь, как я. Маски тканевые, сейчас таких нет у меня. И расскажу про маски. Смотрите, есть у нас вот такая маска, ягоды годжи и органический овес. Раз, смотрите. И вышли новинки. Вот здесь на картинке как бы все, мне кажется, прям одно, да? Давайте посмотрим. Здесь у нас объем 75 миллилитров, а здесь у нас объем, где написано, по 30 миллилитров. Смотрите, какие они малышки. Понятно, да? Потому что вы будете, когда их заказывать, может быть, не поймете, и потом получите такие тюбики и скажете, что? Что это такое? Вот такие крутые маски. Так, рассказываю про первую маску. Она идет у нас с эффектом согревания, то есть лицо начинает просто печь, это очень классно. Я первый раз делала, испугалась, думала, что у меня аллергия. Ну, смотрю, вроде бы нет аллергии, ну а состояние такое печки, прям жар-печка. Смыла, все классно, увлажнилось лицо, напиталось, и я стала ей постоянно пользоваться. Она у меня прям вот в любимочках. Эта маска всегда у нас есть дома, как и все другие. Вот она такая кремовая, давайте выдавлю, покажу. Она кремовая, вот такая будет маска. Следующая маска, которую я сегодня попробовала, с гранатом. Она у нас идет, по-моему, увлажнение. Она просто такая легенькая, прозрачная, прям на тон ее выкладываю. У нее нет никаких вкраплений, это просто вот такой легкий гель с невероятно вкусным ароматом. Просто вкуснятина. А здесь у нас скраб идет. Маска скраб. А, восстанавливающий скраб с клюквой. Он такой густой. Его прям надо наносить на увлажненную кожу. Я наносила на сухую, чистую. Лучше по водичке брать, потому что он очень густой. Смотрите, он даже не собирается никуда стекать. Он кайфовый. И получается, здесь я вижу такие красненькие вкрапления. А когда я стала мокрыми руками вот так вот водить по лицу, то у меня было ощущение, что это мелкая-мелкая-мелкая соль такая. Вы знаете, вот легкое такое перекатывание под пальчиками, такое приятное, такое расслабляющее. Вот мне не хотелось останавливаться, насколько это все-таки приятно. Конечно, для взрослой кожи скрабы не рекомендуются, но иногда я все равно делаю, потому что это такое удовольствие делать скрабик на лицо и на тело, что трудно себе в этом отказать. Вот, смотрите. Так вот я двигаю, все нормально. Масочка легкая, такая скользкая, вот так прямо она наносится, как водичка. И маска-крем тоже очень легко наносится. Ее мы держим, потом смываем все водичкой.
Так, продолжаем. И снова уход за лицом, серия Love Nature. Люблю эту серию, в ней нет ничего особенного, но вот этот легкий дизайн, вот этот формат, как это все работает. Маски всегда есть все, они очень доступны, у них большой объем, хватает надолго, и они разнообразны. Например, маска с кокосом и алоэ, она идет тоже как маска скраб, то есть мы можем нанести, смотрите, тут синенькие частички. А маска с чайным деревом и лаймом, она тоже идет маска скраб. Мне больше, кстати, нравится эффект как маску, если делать. Она вот такая будет уже засыхающая. То есть если вот эта гелевая с кокосом, она не высохнет, она вот так и будет у вас такая вот легкая. Вот тут даже мельче частички, чем в предыдущей с клюквой. Очень приятненько. А вот это прям классно, так уже покрупнее частички прям продирает, и она, если ее оставить просто, она будет подсыхать. А если вы хотите походить как с маской, чувствуете, что сохнет, либо смываете, либо увлажняете, берите спрей и брызгайте на лицо. Все, уберу сейчас маски, чтобы не испачкаться, и заодно сотру тушь, а то у меня тут коричневое пятно. Так, поехали дальше. Слушайте, я как сегодня разболталась. Надеюсь, вам еще не надоело своей болтологией. Что важно? Масло чайного дерева в каждую семью. От укусов, от порезов, от ожогов, от всего. От воспаления, от синяков, от ран. Полоскать горло, капать в нос. И от геморроя, от всего вообще. От перхоти. В шампунь капайте, мойте волосы, ничего не будет. От бактерий, если на ногах какой-то там завелся негодяй, то мойте ноги щеткой, хорошо очищайте, скрабируйте, и потом уливайтесь маслом чайного дерева. Это крутой продукт, очень крутой. Я его когда распробовала, вы знаете, я всех заставляю его покупать, и люди потом говорят: класс, что же я раньше не знала, особенно у кого маленькие дети. В этой серии есть кремики легкие, такие очищающие средства, есть вот в виде помады чайное дерево. Сейчас мы переходим плавно к серии Optimals. У меня, кстати, нечего даже вам продемонстрировать из этой серии, но я пользуюсь NovAge, поэтому бегло расскажу, что эта серия осветляет кожу. Если появилась пигментация, не забивайте, именно я имею в виду не забывайте, а именно не забивайте на это, потому что если вы оставите пигментацию первую, да, то она постепенно уйдет вглубь и станет такой глубинной, и от нее будет невозможно избавиться. И поэтому только если на солнце передержали лицо, срочно, во-первых, защищайте, во-вторых, пользуйтесь солнцеосветляющими средствами. Шикарный отшелушивающий скраб, успокаивающий тоник. Серия идет увлажняющая для сухой кожи, антивозрастной уход, бустеры, которые добавляют утром, только смешивают с дневным кремом. Отдельно этот продукт не используется под разные задачи. Просто если я вам сейчас буду рассказывать, как подобрать уход за лицом, я с вами просижу еще часа два. Ребят, ну у меня нет такой цели, да, это легкий обзор каталога. Покажу вам мой любимчик. Это продукт для лентяек. Я в основном пользуюсь только вот насадкой, именно вот этой железной массажной, хотя здесь есть еще очищение. Мне эта насадка не нравится. Вот предыдущий продукт был тоже Skin Pro, там было вращение, а здесь вибрация. Видите, да, здесь просто вибрация, а там было вращение. Вот тут от этой вибрации почему-то расходятся брызги во все стороны, когда я вот этой штукой очищаю лицо, мне не нравится. Все зеркало, все вообще в брызгах. Это скрабирование, тоже я и особо, ну так несколько раз попробовала, все, всегда пользуюсь вот этим вот. Идет массаж. Я прохожу все лицо по массажным линиям. Конечно, сначала уход, наношу сыворотку, крем, и тут же начинаю работать с массажером. Это вот для тех, кто не хочет изучать всякие самомассажи, не хочет ходить к специалистам или экономит деньги, потому что это дорогие процедуры. Этот массаж позволяет расслабить мышцы, отпустить спазмы, усилить кровообращение, усиливает впитываемость крема, лицо выглядит моложе,
румяней, здоровей, мышцы отпускает, лицо становится красивое, расслабленное, то есть вот прям стирает возраст моментально. Несколько дней делаете, увидите, какой крутой будет результат. Еще девчонки скидывали видео, тут, конечно, молодая девушка, непонятно, когда начинают вот эти провисы у кожи появляться, контур лица плывет, то этим массажером даже вот лицо как будто бы подтягивается. Это настолько заметно, что я была удивлена. И вот вышел роликовый криомассажер, я не знаю, что это, потому что личного опыта нет, и не заказываю, потому что знаю, что пользоваться не буду, потому что сколько раз брала разные массажеры, у меня только SkinPro прижился. Так, королевский бархат, одна из любимейших серий по дизайну, очень красивая, эффективная, влияет именно на упругость кожи, то есть идет такой подтяжка кожи, очень хорошая. Здесь есть кремовая маска в пакетике такая, в саше, да, разовая. Есть интенсивно подтягивающие капсулы рыбки, и вот если вы ими пропользуетесь курсом каждый день на ночь под крем, то вы увидите мощный эффект. Если будете иногда мазать, ну просто будет дополнительное увлажнение. Есть обновляющая маска из биоцеллюлозы, посмотрите, она очень дорогая, но она настолько эффективная, настолько видно, особенно по взрослой коже. У нас тоже были в чате фотографии, делали на взрослой женщине и делали фото до и после, вот сильно заметный результат. Конечно, на молодой коже вы такого результата не увидите. Я люблю все продукты. Я пользовалась... Нет, этим я не пользовалась, мультизащитным. Интенсивный антивозрастной крем для рук. Кстати, очень круто, вот эту пигментацию убирает. Поэтому я себе закажу, вижу, пигментация вот пошла. Надо убирать. Маска ночная. Это наш ночной любовник. Наносите маску и спите с ней, ее не надо смывать. Утром встанете, просто будет напитанная красивая кожа, и все, больше вам ничего и не надо, будет румянец и отдохнувшее красивое лицо. Сыворотка с ретинолом влияет на глубокие морщины. Все сыворотки используем после очищения под крем. Если у вас есть еще сыворотка, например, вы пользуетесь серией, как я, да, коллаген, в сыворотку эту не используем. Если вы на ночь сегодня делаете ретинол, то сыворотку из комплексного ухода убираем в сторону. Так, здесь разные кисти, гаджеты, и вот пошли у нас средства. Я, кстати, себе буду сейчас, закончится у меня коллаген, целый набор стоит, и после лета, когда спадет как раз эта вся жара и активное солнце, я возьму себе серию Brilliance, чтобы личико выровнять, освежить, пигментацию убрать. Здесь у нас есть все на каждую задачу. Нужно освежить, берем Skinergize. Нужно убрать мелкие морщины, мимику, экологен. Нужна подтяжка кожи, чтобы контур подтянуть, берем Ultimate Lift. Для взрослых женщин 50+, берем Time Rester. И для чувствительной кожи берем серию для чувствительной кожи. Все вроде бы рассказала. Для того, чтобы свои эмоции привести в порядок. То есть, например, не хватает энергии или уверенности, или, я не знаю, вот как я люблю, например, релакс, потому что у меня бывает, я психика очень такая тонкая, восприимчивая, и я могу плохо засыпать. Вот релакс меня спасает. Я наношу этого маслица совсем чуть-чуть, и вдыхаю его, глубоко вдыхаю, медленно выдыхаю, вдыхаю, выдыхаю и засыпаю. Ну, не всегда. Бывает, что даже меня это масло не берет, как сегодня, например. И на 100 серии вы почитайте, есть отдельный каталог на сайте, зайдите, почитайте, какие крутые у нас масла. Но они работают только с эмоциями, 4 эмоции, 4 масла. Так, комплекс антиоксидант. Я, кстати, Wellness хотела взять, но не взяла, забыла. У нас в серии Wellness есть, мне кажется, вот такие классные продукты. Появилась новая бутылочка. Но меня больше интересует всегда это здоровое питание, чтобы быть стройной, подтянутой. Меня всегда интересуют коктейли, потому что я люблю иногда просто съесть, вот быстро развести с молочком или с водичкой и съесть. Конечно, на первом месте это витамины. Мы пользуемся Wellness Pack.
И дополнительно у меня всегда кальций, пребиотик. Это мои любимые продукты. Иногда шоколадками балуемся, такими полезными. И супчики. Раньше суп у нас всегда был, когда я в офисе работала, у меня всегда был там суп. А иногда и два сразу. То один хочется, то другой. А сейчас, так как дома работаем, то и супа этого даже и не держим, потому что заметила, что не едим просто и перестали покупать. У нас выходят новинки. Я обязательно попробую скраб-шампунь для волос с углем и органической мятой. 20 мл пакетик. А есть у нас еще вот такие чудесные маски. Почему-то их все взяли, обновили. Хотя у меня к этим не было вообще вопросов, только одно желание ими постоянно пользоваться. Вот такие были, вот такие стали. Мне кажется, этот дизайн даже интереснее, он более яркий, сочный, что ли, такой нарядный. Здесь более так, знаете, как-то деликатненько все это вывели рисуночки. Что видим? 30 миллилитров формат остался, и у нас была банановая, она остается, авокадо была, и была манго, а стала органическая папайя. Наверное, манго все съели, к сожалению. Я рада, что я успела сделать запас, потому что с манго я люблю больше всего маску. Они шикарные. Шампунь против перхоти. Против перхоти — это новинка. Чайное дерево и алоэ вера. У нас выходит шампунь уход 2 в 1. С авокадо органическим и ромашкой. Этот у нас был аромат уже, и был такой продукт. Обновился. А шампунь с лимончиком. Да, я могу сказать, что этот шампунь я уже попробовала. Сегодня третий день с ним. Поэтому могу сказать свой отзыв. Первое впечатление. Очень хорошо промывает. Очень круто, густой. При этом легкая пенка, ненавязчивая. Если сравнивать с шампунем HairX, то здесь настолько пена густая. Шампунь такой обволакивающие волосы, его трудно промывать, то этот отлично промывает. И ощущение, я, конечно, делала кондиционер, я не брала из этой серии, я делала свой кондиционер, но ощущение, что волосы сухие стали. Вот сверху я прям трогаю, там, где я кондиционер не наносила, такие сухие, рассыпчатые, плотные, чистые-чистые, пышные. Но как-то суховато, учитывая, что у меня волосы осветленные, то для меня, конечно, питание очень важно. Но сегодня третий день, а при этом волосы чистые. Обычно у меня на третий день уже на макушке, ну, видно, что они уже не рассыпаются, какая-то вот там липкость такая появляется, и можно уже только плести косы. То с этим шампунем, конечно же, проблем нет. Волосы такие же еще чистые, пышные, можно третий день ходить с распущенными волосами. Но для меня суховато, то есть на регулярной основе я им пользоваться не планирую. Я планирую так делать. Первый раз я мою волосы этим шампунем, чтобы хорошо очистить. А второй раз я буду пользоваться серией HairX, шампунем профессиональным, чтобы напитать, дать уход дополнительный. Потому что мои волосы на сухости долго не продержатся. Они начнут ломаться. Вот, кстати, еще у нас вышло новое масло для волос с кокосом. Оно у меня, кстати, растаяло и стало жидкое. Когда я его получила, оно было такое густое, что я его не могла даже взять. Так, сейчас попробуем. Ну, давайте в ладошку капельку выдавлю. Но я еще на волосы не попробовала. Вот капельку выдавила. Приятный аромат очень. Такая формула масляная, как и должно быть. И можно попробовать перенести на кончики волос. Если вы видите, вот моя коса, и я просто это масло переношу, оно потом впитается, его не будет видно. Вот такое вот масло. Тут, конечно, не написано, что с ним делать, и очень мелко. Поместите его в теплую воду. Не погружайте открытым. Потом нанесите на волосы массажными движениями и оставьте на ночь. А утром вымойте голову шампунем. Вот и все. Но так как у меня волосы обожают масла, я могу просто вот на кончики наносить, где у меня самая-самая сухость. Я думаю, что он скоро сейчас питается, и его не будет видно, как обычно это происходит со всеми маслами.
Интересный аромат. Вы знаете, здесь пшеница и кокос. И вот я больше чувствую, наверное, пшеницу, кокоса практически я аромата не чувствую. Ну, посмотрим. Будет потом мой отзыв, расскажу где-нибудь видео. Серия Hair X, она вот отличается тем, что, как я вам уже сказала, что шампуни такие ухаживающие, напитывают волосы, решают тоже какие-то определенные проблемы. Подобрать очень просто себе. Например, если у вас выпадают волосы, значит, вам нужен вот такой шампунь против выпадения. Очень хорошо укрепляет волосы, просто супер. Окрашенный, значит, для окрашенных. Если объема нет, тонкие волосы, значит, этот вам нужен и так далее. Вот, про сухой шампунь хотела рассказать. Здесь представлен в фиолетовом таком сиреневом флаконе. Я вам показываю зеленый, который сейчас вот у меня у дочки есть. Но здесь он для жирных волос идет, а этот для тонких. И, конечно, вот этот более эффективный. Особенно если волосы густые, то, конечно, только ему можно пользоваться. Классно, да, он работает, он очищает волосы, удобно брать с собой в дорогу. Но у него такой, фу, такой противный запах у этого. Хотя мне Лера говорит: мам, да ты что, он хорошо пахнет. Ну, значит, мой нос так его воспринимает. Поэтому, если есть возможность, пробуйте, шампунь очень классный, он просто как будто волосы помыли. Элио — это роскошная серия для ухода, то есть здесь ценные масла в состав входят, волосы становятся необыкновенными, шелковые, блестящие. Для самых маленьких, то есть с грудничкового возраста, серия Baby O. Здесь есть все, чтобы наши малыши чувствовали себя комфортно, безопасно, им было здорово. Уже кто подрос, им уже другие продукты. Тут и парфюм у них появляется, свое мыло, шампуни и так далее. Про ароматы я рассказывать не буду. Я вам рекомендую смотреть вот так внизу код пробника и заказывать пробник. Вот почитали состав, понравился аромат — берите пробник. Кстати, новинки скоро будут. Как же переводится? Nordic Uoters. Представляете? Nordic Uoters. Обязательно закажу пробники, продегустирую. Ароматов у нас очень много. Они красивые по оформлению. Все флаконы идеальные. Вот просто если даже взять вот All or Nothing, это же просто, я недавно открыла, показывала новичку эту коробочку, она такая: ого! Это было просто еще круглые глаза и такое выражение лица. Я говорю: да, ого, Oriflame умеет удивлять. Все ароматы нужно пробовать на себе, потому что я вам расскажу: ой, мне так нравится, а вы потом понюхаете, скажете: какой кошмар, мне это вообще не подходит. Для мужчин у нас есть серия ухаживающая, чтобы они у нас были чистые, красивые, блестящие. Также есть для мужчин серия Novage, чтобы у нас мужчины сохраняли молодость и красоту своей кожи. И у нас много-много-много ароматов и дезодоранты к ним. И лучше, конечно, подбирать именно в комплексе, чтобы дезодорант был и парфюм одинаковый. Или дезодорант, крем и парфюм. Также и мужские ароматы подбирать, чтобы и вам нравился, и вашему мену обязательно. И завершает у нас каталог дезодоранты шариковые. Я вам покажу свой шариковый дезодорант для экстремальной защиты. В общем-то, дезики работают очень круто. Такое слово дезодорант длинное, я поэтому его сократила. Работают круто, но мой любимый все равно, который на 48 часов с серой крышечкой, потому что его еще эффект, что он не оставляет белых следов на одежде, и это его преимущество. Поэтому у меня в спальне стоит как раз вот с серой крышечкой, а в ванной был вот этот вот. Иногда им пользуюсь, иногда этим. Где приспичило воспользоваться, там и наношу его. Друзья мои, я вам очень благодарна за внимание. Хочу показать вам, как помады работают в завершении. То есть это то, что у нас было из тюбика, помада On Color. Видите, она стойкая, она, конечно, смазывается. Помада, которая у нас Ultra Fix. Хорошо тру, прям видите, вот прям тру. И немножечко она, видите, расходится. И красную давайте. Конечно, она трется, но она вот так вот особо-то не отпечатывается. То есть если вы где-то целуете кого-то в щечку, то отпечатков не будет. Вот, показала, похвалила, все, смазала, пойду купаться, умываться. А что жду от вас? Обратную связь, что
что понравилось, что-то вы свои какие-то рекомендации все пишите на под видео. Смотрите, как стирает классно. То есть надо подержать немножко, и ничего нет. Подержали, потом ведете. Особенно тушь хорошо снимает. Подержать подольше нужно будет. Также вот тени. Все убирает все помады, потому что очень трудно бывает там. Накрасишься, и как какие-то продукты макияж не снимают. Это же средство любой макияж уберет и оставит только чистоту. И немножечко, видите, оно такое жирненькое, маслянистое. И мне это нравится, то, что у меня сразу уже нет сухости на коже вокруг глаз, потому что у меня кожа такая тоненькая, такая прям вся деликатная. И если я другое средство беру, то мне сразу некомфортно. Ну что? Круто? Все, нет макияжа, хотя была вся очень-очень грязная и чумазая везде, при том, что все пальчики вот одним ватным диском, все хайлайтеры, все помады, все убрала. Спасибо вам огромное. Видите, какой ужас. Все, пойду докупываться. Всего вам доброго, до новых встреч, пока-пока.